Госкорпорация «Росатом» продолжает с большим вниманием относиться к юным жителям атомных городов. Для школьников регулярно реализуются социальные проекты и конкурсы, проявить себя в которых может каждый желающий. 16 проектов и 4 конкурса проходят в 21 атомном городе. Мероприятия реализуются в рамках проекта «Росатом вместе» и призваны раскрыть творческий потенциал юных горожан. В масштабном мероприятии уже не первый год принимают участие и десногорцы. Хочется верить и надеяться на то, чтобы наши ребята все больше и больше участвовали в данных конкурсах, потому что возможность этих конкурсов очень широка. Своим опытом участия поделились ученики 4-й Десногорской школы, финалисты, победители и лауреаты конкурсов проекта «Росатом вместе». На пресс-конференции 15 сентября в актовом зале 4-й школы они рассказали тонкости творческого процесса и секреты своих личных побед. Сначала было чувство неизведанности, что это что-то новое, что-то интересное, но потом, когда я проходил все больше и больше уроков, было интересно. Анастасия Палашкина, Александра Нерослова, Александр Васин, Александр Морозов и Евгений Фукс – представители гуманитарных, спортивных и точных направлений. Среди всего многообразия конкурсов проекта «Росатом вместе» каждый из них смог выбрать интересную именно ему тематику и громко заявить о себе. В этом сборнике у нас Саша – автор, и ее стихотворение, собственно, сочинение вошло в эту книгу, которая издана, как она уже сказала, в Москве. У нынешних спикеров уже есть позитивный опыт участия и победы в конкурсах, что, несомненно, заряжает их энергией на будущие достижения. И такая возможность у школьников Десногорска будет и в последующие годы. Для того, чтобы победить конкурс любого уровня, необходимо участвовать, необходимо пробовать. Попробовать себя в нескольких направлениях, посмотреть, где получится лучше и будет более интереснее. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.